Доброго времени суток, друзья и подписчики канала. Давно не было роликов. И вот я начал... продолжил создание данной работы. Фото вы могли видеть, видео не стал делать. По воде, по мостику они есть, как бы. Смысл какой их еще раз мурыжить и 300 тысяч раз проходить по одному и тому же месту. Продолжаем мы использование природных материалов, дабы собрать очередную работу на коленке. Сегодня у нас будет имитация земли, земли с помощью вот такой вот вещи. Корневища лапчатки, 20 фильтр пакетов. Нашел в кладовке, лежит уже 300 лет, просто одно время была когда-то, видимо, нужна, а сейчас уже стала не нужна. Продается в аптеках, 20 фильтр пакетов. Думаю, найти будет несложно. Корневища лапчатки. Фильтр пакетов почему? Видимо, она там мельче, потому что. Вскрываем эти пакетики, получаем вот такую вот субстанцию интересную. Пальцами крошится нормально, если кому-то будет надо, можно в кофемолке сделать еще мельче. Но я не стал этого делать, потому что у меня большинство работы будет засажено травой. Сделал для себя еще одно открытие, вот такой вот глянцевый лак от фирмы Невская палитра. Как попал он ко мне, этот глянцевый лак, абсолютно случайно, потому что я для произведения крупных работ приобрел наборчик вот такой вот художественного акрила от мастер-класс. Точнее, мастер-класс от Невской палитры. И крупные работы буду производить ей. Посмотрим, что получится. Может быть, даже попробую какую-нибудь фигуру им расписать. Ну, не суть. И для чего нам это нужно? Смотрите. Я начал чисто в плане эксперимента. Сейчас я простелю салфеточкой. Работа будет называться «Клюет». По этой работе будет использоваться три фигуры от фирмы Masterbox. Одну я уже, в принципе, сделал. Вот такого вот бойца. Заодно на нем пробовал камуфляж. Экспериментировал. Было интересно. Ну, мне результат, в принципе, устраивает. Довольно-таки свежо, так бодренько, живенько. Дам ему в руки удочку. И пусть стоит, ловит рыбу. Еще два ганса будут на берегу. Ссылку на статью по росписи данного камуфляжа я приложу в описании. Посмотрите, кому интересно. Разбился. Посмотрите, кому интересно. Он будет стоять на вот этом мостике с удочкой в руках. Два его товарища будут стоять на берегу, тыкать пальцами. Но это я все покажу, может быть, даже буду делать конверсию. Итак, продолжим нашу землю. Чем вот этот вот лак стал для меня открытием? Он гораздо лучше, чем ПВА. Приклеивают всякую такую подобного рода мелкую фракцию. Да, что он глянцевый, ничего страшного, абсолютно ничего не видно, не проглядывайте. При желании можно пройти тем же матовым лаком, это все мелочи. Берем берем нашу лапчатку, корневище. Высыхает он моментально. Консистенция густая, чем мне понравилось. Берем, прям наносим смело на поверхность. И присыпаем все это лапчаткой.
Что-то подобная вещь у нас выходит. Можно немножечко прижать, но здесь я не прижимал. Это так я, чтобы, дабы вообще еще уж провести эксперимент чистый такой. Как видите, ничего особо не осыпается. То, что уже было сделано это абсолютно недавно. Вот, смотрите. Данное покрытие после высыхания я буду еще тонировать. То есть это не окончательный вид. Будет еще проведена тонировка и прочее. Просто я показываю это для чего? Для того, чтобы вы знали, что с помощью акрилового лака, вот такого вот глянцевого, можно прекрасно имитировать всякие земляные покрытия. Фиксировать присыпки от того же Green Stuff и прочих производителей. То есть с помощью данного лака и лапчатки, не знаю кому, вот лапчатка, корневища, можно сделать землю можно сделать. Если нужно где-то вот на доску, то можно нанести и немного присыпать. То есть после тонировки и зелени тонировать я что хочу? Хочу немного сделать темнее, чтобы не было такой вот ярко-коричневого. Просто потемнее и все, больше ничего не хочу делать в плане тонировки. После высыхания будет ролик по озеленению, будет трава из сантехнического льна, всеми любимая. Буду делать эту траву, сажать опять же на полимерный клей для потолочной плитки. Итак, вот смотрите, что у нас выходит. Сейчас сделаем макро. То есть вот подобного рода у нас получается земляное покрытие. Посажено это на глянцевый лак, как видите, блеска практически нет. А покрытие очень живенькое. Доска по старому методу тонирована. Ссылка будет в описании, если кто-то захочет найти. Вода сделана тоже по старому методу. Ссылку тоже приложу. Всем, кому видео оказалось полезным, подписывайтесь на новое видео. Ставьте палец вверх. Всем пока!